Будьте осторожны, здесь берег, отвесные скалы. Искусственный интеллект обрадовался и был рад, что наконец-то кто-то додумался. На меня составили 8 протоколов, до суда ни один не дошел. Разъяснить, кто ты и почему тебя нельзя расстреливать. Человек, живой мужчина, их это очень сильно нервировало, но тем не менее они продолжали свое грязное дело. Если вы добровольно не оденете маски, на вас ее наденем силой. И смотрю на ее реакцию, у нее руки затряслись. Вне вашей юрисдикции, вне ваших реестров. И давай шнели-шнели меня быстрее из отдела полиции выгонять. И, собственно говоря, штрафа ему никто не начислил. То есть потеряли бумажку. Порвал прямо при них протокол и еще приказал извиниться передо мной. Предложил сесть, я сказал, что спасибо, я постою на берегу. Белым по красному имеет совершенно другой статус. Вы можете писать все, что считаете нужным, и любым цветом ручки. Вы имеете на это право. И этот протокол не зашел в суд. У нас к вам больше нет вопросов, можете следовать дальше. Сидел один, никого ко мне не подсаживали. Все указы и распоряжения являются его авторскими произведениями. Тебе дали порулить, и ты не смог принять решение. Неудачная попытка захвата власти. Ты не проявил волю. Четверо суток за недостаточное проявление воли. На, пожалуйста, реализуй свою власть, но будь осторожен. Здесь берег, отвесные скалы. Но одно могу сказать точно, это реально работает.